Самые яркие танцевальные хиты, аниматоры и профессиональный диджей за пультом. В летней террасе Струковского сада зажигают взрослые и дети. Семейная дискотека завершила фестиваль «Пусть всегда будет детство». Хороший праздник, веселый, очень много детей. И такая музыка хорошая, танцевальная. Праздник просто замечательный. Почаще бы такие праздники проводились. Было бы очень здорово. Ну, атмосфера отличная. Решили просто приехать, хорошо провести вечер после рабочего дня тяжелого. В общем, все понравилось. Классная дискотека, хорошее настроение. Детям показали мультик, им тоже понравилось. В День защиты детей в Самаре впервые состоялся фестиваль «Пусть всегда будет детство», организованный правительством Самарской области, администрации Самары и киностудией «Союзмультфильм». Жители и гости региональной столицы побывали на концерте, различных мастер-классах, в игровых и спортивных зонах, стали участниками спектаклей, мультипликационных и музыкально-танцевальных программ. Светлана Кудрявцева, Юлия Василькина, Николай Сидоров. События.